Малыш, сравните смешанные боевые искусства с боксом. Они для меня как профессиональный рестлинг. Правда? Интересно. Чао, Соня! Эй, дедуля! Что у вас за манеры? Пришли к нам в гости, стоите перед нашими фанатами и сравниваете нас с рестлингом? Он что, сейчас сказал рестлинг? Лучше стой в своей тупой фуфайке и помалкивай, пока чего я с твоим сказал? Другом-пенсионером разговариваю. Кто он такой? Да. Кто ты? Я тебя знать не знаю. Кто ты? Я тот, кто хочет, чтобы ты попытался ударить меня одной из своих дохлых ручонок, чтобы я мог запихать тебя и обратно туда, откуда она у тебя выросла. Давай, дерзай. Слушай, ты юморист. Раз ты такой умный, тогда сам первый начинай. Рискни здоровьем. Что ты нам зубы заговариваешь? Вмажь ему. А ты что перебиваешь, старик? Распетушился вдруг. Давно в глаз не получал. Я не хочу в глаз. Я хочу, чтобы ты ему двинул. Давай, двинь ему. Давай. Заткнись, пенсия. На! Охренеть! Вроде закончили. Просто повезло.